Шеф, хорош, иди сюда. Все, пускай сейчас все они приготовятся, все, и начнут. Камеру берите, берите камеру. Так. Дорогие друзья, сегодня мы приоткрываем завесу нашей великой тайны. На самом деле, над проектом «Большой тест-драйв» работает вот такая съемочная бригада. Это наши камеры «Вагены». Да. Сейчас привезут кран. Да. И мы начнем. Вот эти все люди задействованы на нашей съемочной площадке в районе Ходынского поля. И мы начинаем очередной выпуск «Большого тест-драйва». Сегодня он называется следующим образом. Звучит трагическая музыка, черные-черные титры и фраза «Опущенные». Автомобиль Volkswagen Jetta 2004 года, выпуска. Опущенный. И я представляю вашему вниманию, дорогие друзья, владельца этого опущенного автомобиля. Причем впервые в большом тест-драйве, как бы семейная пара. Внимание, я не говорил, что автомобиль опущенный, поэтому, когда будете бить Серегу, я этого не делал, этого не говорил. А слово «опущенный» мне рассказала сегодня утром Маргарита Николаевна, а ее молодой человек Филипп Сергеевич. Филипп Сергеевич, здравствуй. Привет. Филипп Сергеевич, привет. Мужчина, правильно ли я говорю, когда называю слово «опущенное»? Или есть какой-то другой сленговый? Сленговый, можно сказать, заниженное, опущенное. А вообще это направление называется как стенс. Стенс? Да. Стенс. Да. Вот Маргарите Николаевне 22 года, Филиппу Сергеевичу 24. И сегодня за завтраком я спросил Маргариту, ну а скажи, все твои подруги беременеют, а ты нет? Я думаю, вот как обламывается-то Филипп Сергеевич. А она и говорит, да не очень-то он обламывается. Скажи, брат, ты обламываешься? Вообще не обламывается. Вообще нет. Ты хочешь стать отцом? В будущем, да, конечно. Ну когда это будет? Когда она тебе позволит. Да ладно, давайте, хватит давить. Смотрите. Филипп Сергеевич, ну хорошо. Значит, рассказывай про тачку. Вот, нет, погоди, расскажи нам, в принципе, насколько в Москве много фанатов опущенных тачек? Ну, скажу, что сейчас очень хватает, потому что это по всей России уже пошло. А в чем прикол? В чем прикол? Это все пошло, на самом деле, из кольцевых автогонок, из ДТМа. И машина приобретает более красивый вид, когда она опущена. Смысл в том, что опустить машину как можно ниже и поставить колеса как можно дороже. То есть вот у меня в багажнике лежат колеса. Так, очень, покажи нам колеса. Очень редкие колеса. Кстати, обратите внимание, сейчас, ребята, посмотрите, во что превращаются даже самые дорогие колеса. Половина колеса стачивается, а внутренняя часть остается с протектором. Брат, колеса от Mercedes. Бенца, AMG. Сколько стоит колеса, брат? Каток. Вот такие вот в идеальном состоянии, если сейчас продавать, то 100 тысяч рублей. Одно? 100 тысяч? 4 диска. 4 диска 100 тысяч рублей. 4 диска 100 тысяч рублей. У меня машина столько стоит, Renault Megane. Шаль. Шаль, нет, это давай. Шаль. Это шаль. Нет, это не шаль, брат. Это штора. Давай, вот так. Давай, да. Давай. Итак, Рустам, бабка. Да не бабка. Вот, вот так, смотри. А этот? Я понимаю, пахнет не очень. Самаритянин. Вот так вот, я вот так вот буду. Змея. Опа. Двуглазая. Брат, у тебя самый дорогой багажник, который мы пока встречали в большом тест-драйве, был, потому что у тебя в багажнике как минимум сотка, 100 тысяч рублей. Колпак от Porsche. Смотри, где-то скрутил. Чуваки, если погоди, помните этого молодого Филиппа Сергеевича. Ты пиздишь колпаки из Porsche, брат? Нет, если видели рядом со своим Porsche, это он открутил ваш колпак. Сколько стоит колпак? 1003. 1003, 100 долларов. Уже 103 тысячи. Смотри, Пупсик, а скажи, а зачем тебе змея вот эта? Да, это талисман. Чей? Ну, сейчас же год змеи, вот мы решили. Твой талисман? Нет, год змеи. Обратите внимание на колготки, смотрите, какое рифление. Ладно, облети, брат. И для сравнения моей. И вот смотри, еще шапка. Да. Погоди, нам и змею на в руки. А вот так вот смотри, похож я на этого? Я Бэтмен, и я вернулся на Ходынское поле. Бэтмен, Ходынка, возвращение. Вот, смотри. Так. Тут еще есть журналы. Не, ну не будем смотреть журнал. Давай, что за диски, что за музыку слушает? Так, понятно, Форсаж. Так. Кстати говоря, 23 мая стартует в прокате Высоцкий, брат. Высоцкий, это фильм. Фильм. Это фильм? Нет, или... это музыка. А, это музыка? Высоцкого слушаешь? Дедушка любит Высоцкого. Ну и, наконец, сенсация. Серега! Серега, это так. Это ты, что ли? Серега. Параша какая-то. А Высоцкий не параша. Опа. Так, ну что еще? Не, ну в багажник весь невозможно. Там... Какая хрень, но поджечь зато можно здорово. Так, а что у тебя еще есть в багажнике? Это фары новые. О, фары новые. Да. Сколько стоят фары на твою машину?
честно, не узнавал, вдруг отдал фары. Тоже вытащил. Погоди, где-то. А что там не новые, брат? Ну как, они в хорошем состоянии. Ну не то, что новые. Брат, то есть это лучше, чем у тебя состояние? Брат, ну да. Это не хорошее состояние, оно какая-то тусклая. А сравним с оригиналом? Нет, давай полирнуть и нормально. Но они грязные. Не, ну лучше. Но она больше, брат, она не от этой тачки. Нет? От этой. От этой? Погоди, ничего, брат, зачем тебе они? Они лучше в состоянии, они внутри, вот здесь стекло уже. А-а-а. На, держи. Хорошо. Ну что же, да. Друзья мои. Ну что ж, давайте знакомиться теперь уже с автомобилем. Сначала познакомимся с Маргаритой Николаевной. Что ж такое? Нет, давай. Маргарита Николаевна не хочет беременеть, это мы знаем. Ей 22 года. Учится на внешнеэкономического деятеля, правильно? Деятеля, да. Переводчица с испанского, с английского и французского. Французский не переводит, да. А подрабатывает в IT-сфере, что тоже ненавидит. А ты, кстати, кем, да, Филипп, брат, Сергеевич, работаешь? Зарабатываешь, я занимаюсь с машинами, плюс у родителей, у мамы свой бизнес, помогаю всем, чем могу. То есть она тебе помогает всем, чем может. А эти два молодых человека познакомились на автоэкзотике. А она приехала с подругой на селике, которой уже нет, а он на опущенном. Так они и встретились. Да. Селика, ну, и опущенный. Брат, скажи сразу, сколько эта машина стоит вот без вот этих всех приколов? Я ее взял за 315 тысяч рублей. 2004. Опять коридор 300-400 тысяч рублей. И сразу шокирую нас, сколько ввалено? Ввалено по тюнингу или по... В процессе по эксплуатации. Тюнингу. Сначала тюнинг? По тюнингу, ну, примерно в 50 тысяч. А, все, вот это в 50 тысяч обошлось, да. Красота. Сколько она лет у тебя уже, эта машина? 2 года. 2 года? А внутри ты что-то менял? Под капотом? Ну, да, и под капотом в салоне. Нет, под капотом нет, подвеска только измененная, плюс доработки по подвеске, чтобы она смогла, так сказать... А где это все делается? Ведь у него в базе не регулируется этот самый задняя подвеска никак, да? У мастера есть хорошие которые друзья, которые регулируют. А насколько ты можешь, вот не хотелось употреблять слово, но, в принципе, попасть в ДТП из-за этих вмешательств? Запикай. Да, вмешательств в технологию. А это, наоборот, лучше, управление лучше. Спортивная ведь лучше стоит подвеска. Лучше стоит управление безумное на ней. Сколько такие колеса, которые вот так раскоряченные, проходят километров? Из-за развала? Ну да, да, да. Ну, 2 раза быстрее обычного, так сказать. 2 раза быстрее. Так, скажи, пожалуйста, клиренс у твоего автомобиля, да? Насколько вот сильно опущен-то автомобиль? Сколько? 4-5 сантиметров здесь? Ну, по порогам, по бамперу чуть больше. По подвеске, если от защиты смотреть, то сантиметра 3-4. Сколько тебе лет было, когда ты вот стал из обычного... Филиппа Сергеевича, вот Филиппом Сергеевичем, который назад. Любит опущенные машины. 3 года назад. Кто тебя привел в этот где-то? У меня до этого был Гольф 5. Так. Вот. И стал фанатом Volkswagen и немецкого всего автопрома. И познакомился с ребятами, которые как раз уже начинали в этом направлении идти. Но это Jetta 4-го поколения, это чисто американец, чисто сзади балка. Да. Да? 1.8 турбированный. Так, давай теперь разберемся, сколько тебе стоит техническое обслуживание этого автомобиля. 50 ты ввалил, значит, в тюнинг этого автомобиля. Сколько... Чего слабые места? Какие у 9-летней машины? Слабые места, честно, за 2 года. Так. Из поломок замена помпы. 1800 рублей помпа, 2000 рублей замена. Все. Хорошо. Сколько стоит поменять масло, ну, прости, пройти сервисное обслуживание? Сервисное обслуживание, ну, масло поменять... Масло плюс замена 2000 рублей, 2,5. И все. Ну, масло, колодки. Километраж какой у тебя? 10 тысяч? 10 тысяч, конечно. 8-10 тысяч меняю. Давайте масло. Посмотрим под капотом, да? Давайте посмотрим. Давайте. Ну, как я выгляжу? Я рукам. Хочу угостить Маргариту Николаевну конфеткой. Я привез ее из Франции. Из Франции. Привез конфету. Из Бутова он привез конфету. Пойдем. О! Двигатель 1.8, турбированный. Турбированный мотор, 180 лошадиных вот сил. Вот грязище-то. Да ладно, грязище. Вот, кстати говоря, мнение расходится, да, у владельцев автомобиля. Мыть подкапотное пространство или не мыть? Ты как скажешь? Не мыть. Не мыть? Ты что думаешь на это? Я ничего не думаю. Я ты никогда не открываю капот. А, ты вообще никогда не открывал капот. Хорошо. Не, ну... Двигатель. Ну что, надо проехать, брат. Надо проехать, да. Ощущения. Тут вопрос, сможем ли мы впятером проехать? Я думаю, что нет. Не сможем? Ну, не сможем. Втроем. Вот лучше втроем. Втроем это как? Вот как-то так. А что, впятером никак? Ну как, брат, машина опущенная. Ты что? А, она еще трусы опущена? Ну, конечно. Ты на себя посмотри. Ну, четвером. Нет, ну место-то есть. Ну, я понимаю, но мы не сможем проехать.
Ну, если аккуратненько, то можно здесь чуть-чуть. Но мы вчетвером можем проехать. Давайте втроем проедем. Втроем? Да. Ну, вы с Сеней езжайте. А третий кто? В каком плане? Он владелец. А, я понимаю. Ну, ребята, ощущение внутри, конечно, что этой машиной пользовались. Пользовались, да. И пользовались как следует. Спасибо за тонировку, брат. Вот. И, конечно, ощущение, что время прошло, это сильно. Я бы сравнил, честно говоря, по ощущениям от кожи, от всего, вот, что здесь присутствует. Вот у нас был на тесте бэушных автомобилей Мерин 99-го, да? 98-го года. Да. Вот примерно то же самое. Что ты с ней делал, брат? Ничего не делал. Это, видимо, уже прошлый хозяин кожи, потому что уже... Потрепал ее. Она потрепалась уже, потому что кожа уже не, так сказать, не та уже, как в новых машинах, поэтому уже просидели ее, так сказать. А ты не замечал, что происходит? Чего? Как ковер будет на английском? Ковер? Да. Ковер. То есть я ковермен? Yes, yes. Смотри. Ковермен. Слушай, а ты не замечал, а что происходит вот с машинами, в которых был не, соответственно, кожа, а ткань? Тоже растрепывается. Да? Тоже вот по вот этим местам начинает обрываться, вот здесь тоже швы расходятся, ага. В этих машинах. Ну ладно, тогда не страшно. Значит, вот у тебя автомат, правильно? Да. Так, с таким сталкивались, с автоматом. А почему горит значок движка? Датчик бензина. Бензин плохой, загорается. Это частая проблема даже в многих машинах, что не воспринимает наш бензин и начинает выводить. Ну, очень бодрый двигатель. Очень бодрый. Чуть-чуть при этом слабоватые тормоза или колодки уже старые? Нет? Ну, может, колодки. Я имею в виду, по балансу задора двигателя, да, да, и того, как схватывает. Ну, помощнее, конечно, тормоза бы здесь чуть-чуть. Иногда не хватает, действительно. Вот как раз у Рустама Ивановича была в свое время машина, десятка «Жигулей». Там она была тоже опущенной, по-моему, и там были очень тонкая резина, такие большие диски. Низкопрофильные. Выключилась камера. Выключилась? Почему? От тряски? Вот опять идет. Да, продолжаем разговор. Сейчас, как там, на морду набрать? Вот, вот здесь. Да. Короче говоря, у Рустама Ивановича была машина, десятка «Жигулей», он ставил распорку в двигатель, и все было очень жестко. Но у тебя мягче, у тебя комфортнее, несмотря на то, что колеса более адские, конечно. Ну а какие-то есть приветствия фирменные вот у людей, которые ездят на опущенных тачках? Ну, не то, что как бы приветствия, люди... У нас, так сказать, в Москве и уже в каких-то городах люди... Большинство людей, реально большая часть, 80% людей уже знают друг друга. То есть есть люди, которые, конечно, не знают друг друга, а так просто видят друг друга, также обычные жесты аварийкой моргнуть, там, рукой помахать. А какие еще марки чаще всего, по-твоему, ну так, по твоему субъективному ощущению, вот доводят до этого состояния? Ну вот сейчас самое дешевое, самое обычное, это какие-нибудь «Жигули». Это пятерки, девятки, копейки, там что-то. Ну а самое массовое? Самое массовое, наверное, Volkswagen все-таки. Да? Очень. Ну что, вот знаете, ребята, ощущение такое, что, ну, во-первых, она действительно и визуально, да, и по всему стала ниже. Такое ощущение, что у Volkswagen появились, ну, такие нотки в характере, какие-то BMW-шные по тому, как она прижимается к дороге. Единственное, что BMW не такой жесткий аппарат, да, но вот в целом, да, такой спорткар, да, получается. Ну, очень, в принципе, очень бодрая машина. И, да. Не заносит его никуда? Нет. Стоит, вцепившись? Нет, она вцепившись стоит. Еще можно доработать некоторые моменты, еще можно лучше все сделать. А зимой как?
Зимой аккуратненько ездим, и, в принципе, все тоже нормально. Зимой, конечно, проблематично, что машина все-таки низкая, а у нас зимы такие суровые бывают, поэтому обычная машина, заниженная машина не всегда удобна. Филипп Сергеевич сказал, что, в принципе, подвеска жестковата, но, честно, по сравнению с вот, тюнингом отечественного автопрома, здесь достаточно комфортно. Здесь комфортно. То есть абсолютно. Это не свойственная подвеска для Volkswagen именно, потому что мы привыкли Volkswagen видеть как более мягкую, комфортную машину, да? Но такая вот очень сильно зажатая, но при этом не раздражающая. Мне казалось, что абсолютно. Меня начнет бесить уже на втором повороте. Нет, нормально, не бесит. Ездит. Слушай, а какой расход у мотора сидит вот в нашем? В нашем режиме, конечно, в режиме тапки, наверное, будет литров 15-16. Mm-hmm. Если обычный режим городской, то 10-12 литров. В принципе, как и большинство сейчас автомобилей, mm-hmm. более-менее. Но все-таки 180 лошадей здесь, как бы не 100 и не 150. Причем у нас был на тесте же Passat, тоже с автоматом. Там, конечно, уже, может быть, двигатель, потому что у тебя все-таки более такой навороченный. Там, по-моему, было меньше мочи, да, вот в том моторе, не помню уже. Но здесь автомат более адекватный стоит. Такой, достаточно прыткий. Может быть, потому что машина уже 2004 года, да? А тот аппарат у нас тоже был там 99 или 2000 года. Может, сменилось немножко поколение. Но стоит машина хорошо, и едет она, как бы на грани между, четко не доходя до грани, когда начинает раздражать вот эта вот жесткость подвески, да? А сразу же, с первого раза удалось привести машину в то состояние, которое тебе хотелось? Конечно, это путем доработок, пробуем, смотрим, что-то дорабатываем. Что-то улучшаем, что-то наоборот меняем. Это все тоже в процессе. Сколько вот времени прошло таких доработок, пока ты не сделал так, как тебе хочется? Если по сезонам, зимой же особо ничем мы не занимаемся, то, наверное, наверное, весь прошлый год. Весь год? То есть я купил машину, где-то полгода она абсолютно стандартной была, а потом уже, соответственно, начались доработки, и вот уже как год, наверное, все дорабатываю, сейчас установка пневмоподвески сюда будет. Да, что касается американистости машины, да, то здесь, понятное дело, стоит, к сожалению, это американское зеркало левое, плоское, как вот, как внутреннее. Слушай, а скажи, а трутся арки? Я смотрю, во время поворота немножко задевает, да, просто чтобы не задевало чуть-чуть, просто помедленнее, не в таком быстром режиме, тогда, в принципе, все спокойно получается. Коробка, на самом деле, она немножко все-таки... У меня был Golf, да, это с DSG. Ага. Все-таки это, конечно, такая, если с той сравнивать, то она более тупая. Понятно. Старенькая. Вот. Я искал эту машину на механике, но, к сожалению, достойных вариантов я не нашел. А у вас сборища какие-то проходят? Конечно, проходит. Очень много мероприятий. Вот сейчас приехали, было в Минске мероприятие. А в чем люди соревнуются? Или это просто типа как показ? В принципе, это по большему счету как, да, показ. Здесь нету соревнований, у кого какие финансы. То как. А в чем вот среди вас, этих самых, которые любят опускать машину, самая крутизна, вот в чем она измеряется? Самые крутые диски, наверное, все-таки. То есть диски главное? Да. Посадка и диски, так сказать. А сколько ты видел самые дорогие стоят диски? В целом, вот за всю свою историю. В целом, вот недавно видел 20-е диски, стоимость около почти 100 тысяч за один диск. За один? За один. Они были хромированные, такие совсем блестящие, зеркало? Не, у них как бы обод хромированный, а внутри просто рисунок. Там то ли на Infiniti их ставили, то ли на 100 тысяч. 100 тысяч за колесо? Примерно где-то. 10 около... евро... Да, то есть... Брат, а как страховщики страхуют, в принципе, такие машины? Да, никаких вопросов обычно не возникает. Какие-то отдельные тарифы? Нет, все то же самое, по стандарту. Ничего. Вообще, скажи, ты как-то рискуешь в этой машине чем-то? Например, отвалится колесо у тебя заднее или еще что-то? Колесо не отвалится, конечно, неудобно в некоторых моментах, когда там асфальт сняли или что-то еще там такое. Конечно, да, рискую, эксплуатация не всегда удобная, тем более в условиях... Ты не можешь себе позволить за город выехать?
только если изначально знаешь, что там более-менее хорошая дорога. И вот на шару, так сказать, не поехал. Я понял, брат. Ну, а вообще ты скажи, вот люди, которые занимаются этим делом, возраст средний какой примерно? Ну, примерно уже от 18 до, на самом деле, общались с человеком из Москвы, ему 45 лет. А и... вот такой, как Вахидов, может быть спокойно увлечен вот этим делом, да? Есть люди такие. Да? В нашей сфере есть такие люди. Но в целом средний возраст, наверное, где-то 25, где-то, да? 17-25. 17-25. До 30. Ну ладно, мужчина, сейчас к тебе сядет вот этот человек в шапке. Будь с ним поаккуратнее, потому что... от вас воняет. Чем? Резиной. Это резина пахнет? Это резина. Сейчас занюх происходит. Забор. А? Колодки. Колодки. Это он так ездит хреново, да? Ой, слушайте, кстати, вылезать из этой машины реально еще труднее, чем из БМВ. Ну, так, а что, понравилось вам? Да. А? Для меня лично оказалось, что машина более комфортная, чем я думал. Что, серьезно? По сравнению с вашими «Жигулями» десяткой, так. Это намного более элегантная машина. Ну, давайте сами. Ну, ничего, что я в этом. Ничего, что я в... Друзья мои, машину пилотирует Муаммар Каддафи II. Так. Колодки пахнут. А это из-за чего? Гонял. Гонял? Да. Вот зверь. Слушайте, но мне не довелось побывать за рулем четвертого гольфа, четвертого поколения. Все то же самое. Все то же самое, все да? То же самое. Торпеда, приборы. Ну вот эти, может, какие-то вещи чуть-чуть другие. А чем-то отличается американец именно по интерьеру от европейца? Ну, какие-то моменты, вот, допустим, вот эти вот штучки здесь у меня не полностью закрываются, европейцы они не закрываются. Слушайте, ну мягкий пластик, да? Такой, ну, мне нравится. Он не совсем большой, не совсем маленький руль. Достаточно информативно, но, я так понимаю, этому помогают и эти огромные катки, которые установлены на этом автомобиле. И нет ощущения, что ты сидишь прям к земле, да, как это есть в любом автомобиле Audi, когда ты, такое ощущение, что ты по полу едешь, по асфальту. Нет, мне все нравится, места, в принципе, достаточно. Руль регулируется, да, и по высоте, и по вылету. Слушайте, и автомобиль 2004 года, да? 2004 года. Пятиступенчатый автомат. И здесь. Пятиступенчатый автомат. Ну, все автоматические системы, да, все электронные помощники присутствуют. Да. Достаточно информативные зеркала. Нет, я понимаю, почему вообще, в принципе, да, четвертое и пятое поколение гольфов, да и третье было очень популярно в нашей стране. Получается, надежный автомобиль за те деньги, за которые он предлагался даже на вторичном рынке, да, наверняка не очень дорогое обслуживание техническое. Нет, вообще даже очень и очень бедный. И ремонтно-пригодный, я так понимаю, до сих пор есть оригинальные запчасти. Конечно. Слушайте, конечно, вот, абсолютно. Смотрите, автомобили уже 10 лет как нет на конвейере, оригинальные запчасти, значит, германский концерн до сих пор выпускает. Ну, весьма информативная приборная панель. Кстати говоря, здесь она мне больше нравится, чем уже в современных автомобилях от концерна Volkswagen. Здесь все-таки нету такого прямого пересечения с автомобилями Audi. Потому что то, что сейчас вы видите, да, в автомобиле Golf, Skoda, там, Seat, это, конечно же, точная копия там приборов и их расположения, и даже цветовой гаммы иногда, какие они есть в автомобилях Audi. Здесь они аутентичны достаточно. Аутентичная, кстати говоря, вот и передняя консоль с магнитолой. Вот смотрите, с CD-диском в 2004 году уже была магнитолка. Даже с навигацией, я скажу. С навигацией? Даже с навигацией, если поискать, можно, можно найти, да? Можно найти с навигацией, да. Люк – это опция была или уже было в автомобиле? Ну, ты не сам устанавливал? Не-не-не, да? Все было. Все, что здесь, ничего не менялось. Все это было абсолютно. А перед этим автомобилем, какими автомобилями ты владел? Первый автомобиль был Jeep Grand Cherokee. Первый, ну, зеленый, наверное, классика. Черный. Первый, бандитский, 4-литровый был. Вот. Потом у меня был Freelander первый, рестайлинговый, с мотором 2,5 литра. Пятидверка или трехдверка? Пятидверка. Пятидверка. Вот. После него у меня был Golf 5. Ты пересел, по сути, в четвертый Golf. Да, я пересел в четвертый, потому что у меня там ситуация не очень, так сказать, удачная с ним была, поэтому в аварию попал. Не было денег, так сказать. Кардинальным образом пятый гольф отличается от четвертого поколения.
В четвертом поколении, я помню, у Гольфа еще была вот эта история с бумерангом, да, в пятом его уже не было, да, и в шестом, да, в седьмом, да, они, да, вернули, а вот с точки зрения там удобств каких-то интерьеров, там, понятно, моторы, наверное, уже другие стали. Ну, покупать. Конечно, там другие моторы, более уже, конечно, расход, более такой гуманный. Уже, более гуманный расход, все-таки DSG коробка уже стояла. А, уже появились, да, эти, да, коробки? У меня уже пятая DSG была. Вот. Хотя есть единственная модель в четвертом гольфе, которая... Тоже с DSG? DSG. Впервые Volkswagen DSG поставил в 2001 году. Мы тут с Серегой спорили совсем недавно относительно того, насколько давно DSG-коробки появились. И мы сошлись в мнении, что ну, максимум 5-6 лет назад. Оказывается, внимание, 12 лет назад в четвертом поколении автомобиля от концерна Volkswagen дебютировала DSG-коробка. Это к вопросу о том, насколько часто возникает спор среди автолюбителей относительно их ремонтопригодности, их долговечности. Вот смотрите, уже сама коробка, сама технология DSG существует там порядка 12-13 лет. Не, мне все нравится, удобно. А это штатный, да? Штатный подлокотник. Да. Ну, может быть, в европейском не было, но не знаю, мне кажется, да, европейская, потому что американская такая посадка. Не, ну, кожаные сиденья, мне удобно. Люк здесь есть, правда, чуть-чуть вот не помещается этот кулак. Скажи, а в гольфе в четвертом меньше места для задних пассажиров? Все то же самое. То же самое. Только багажник, как седан, получается, все. Тоже место абсолютно. Ну, опять же, да, на нашем тесте оказался автомобиль вот в этой ценовой вилке 300-400 тысяч. И как ни странно, слушайте, вот все автомобили, которые у нас в последнее время попадают в рубрику «Большой тест-драйв, бывшие в употреблении», ну, нам нравятся, да, понятно, немцы, и Audi A6, бывшие в употреблении, и вот теперь Volkswagen Jetta, американец, и до этого был E46 кузов от BMW. Ну, я так понимаю, вот самое главное впечатление от всех этих автомобилей, что, несмотря на свой возраст, они реально рулятся, едут, выглядят лучше, чем автомобили все-таки Волжского автомобильного завода. Ребят, все-таки я не понимаю этого упорства, с которым наши автолюбители, покупают наши автомобили. Потому что, ну, попробуйте ради интереса. Я понимаю, что в Москве, конечно же, автомобили Волжского автомобильного автозавода все-таки находятся уже в таком, ну, в категорическом меньшинстве. Но за пределами Московского кольцевой автодороги все-таки их достаточно еще количество присутствует. Ребят, ну, однажды хотя бы попробуйте, просто сядьте в иномарку. Она едет по-другому, она рулится по-другому. Слушайте, ощущения от езды, они вообще кардинально другие. Мне нравится этот автомобиль. Нравится, и понимаю тех людей, и моих друзей, и моих соседей, которые в свое время покупали эти автомобили, ухаживали за ними, более того, до сих пор катаются на этих автомобилях. Ну вот с точки зрения удобства, вот как автолюбителя, здесь все есть. Смотрите, электрическая регулировка зеркал, да, получается, автомагнитола, там, кондиционер, да. CD-чейнджер, люк, электроника автоматическая, да, которая помогает. Нагрев. 10 подушек безопасности. 10 подушек безопасности. Слушайте, ну это все реально вот 300, сколько ты, 310? 315 тысяч рублей. С торгом. Зайдите на сайт Автору и посмотрите, сколько стоит там, не знаю, там 99, ладно, там 14-15 модели от АвтоВАЗа, годов так 7-8. Ну, она будет стоить тех же самых денег, мне кажется. Мне нравится, ничем, ну вот лично мне, я ожидал услышать, ну, какой-то шум от того, что кузов падает на колеса, потому что у меня была десятка опущенная, как говорит Серега, там, конечно, терлись арки, а шины. Слушайте, ну нет вот этого ужасного скрипа, потому что в десятке, помните, в моей, в опущенной. Она более комфортная. Более комфортная, потому что десятку все, и самое главное, нету вообще никакой пары. У вас терлись арки? У меня просто два человека в машине и все. Значит, я худее. Нет, я говорю, в десятке тёр. Слушайте, ну источник. А у нас в десятке была история. Да. Вы же нас подвозили? Да. С женщиной. Да ладно. У вас история была в моей десятке с женщиной? Да, да, да. И ее стало тошнить. Что, серьезно? От того, как вы ездите, и какая она была ужасная, эта ваша десятка. Не, ну еще в моей десятке был следующий эпизод. У меня вырвало как-то капот на МКАДе, парни. Я ехал. Но ему похер. И вот представляешь, ты едешь 130, и у тебя капот вот так на лобовом стекле. Но я жив. Ну как вам в целом автомобиль? Нет, давайте в целом, выйдем. В целом, давайте выйдем. Давайте, мужчины, там подведем итоги. О! Ну что, нам осталось подвести итоги. А чего вы как будто на Первом канале? Давайте просто. Вот так. Да. Финалка следующая. Да. Во-первых, короче, Маргарита Николаевна, идите, иди пожалуйста, сюда. Ты без Филиппа Сергеевича. Ну, Филипп Сергеевич, там, видите, правда, точно не будет. А как это?
сурку, брат. Это круче, чем Янковский. Причем и папа, и этот сын вместе взяты. О, кстати, друзья мои, анонс, идите сюда. Значит, перед тем, как финалить будем про машину, анонс, иди сюда, Маргарита. Что такое? Иди. Значит, смотри, Маргарита сейчас будет рекламировать нам наш новый точно, проект. Да. Пусик, вставай. Вот здесь. Нет. Вот открой капот, брат. Нет, зачем открывать? Ну как? Наоборот. Ну как? Что, хорошо, открывать. Просто вот здесь. Садись. Вот садись, здесь. Чуть-чуть здесь, да. Залезай. Ну ты помнешь ему. Ты что, капот? Он ее убьет потом. Итак, дорогие друзья, на ваших глазах анонс. Совсем скоро в рамках рубрики «Большой тест-драйв», но в отдельном сегменте, мы запускаем конкурс «Мисс Капот 2013». Для того, чтобы принять участие в конкурсе «Мисс Капот», надо сделать собственное фото на капоте любого. Под капотом, с капотом. В капоте. Да, в общем, какой угодно. С капотом отдельно. Да, прислать нам. И каждую неделю девчонки, которых мы будем считать лучшими. Вы будете считать лучшими. То есть девчонки присылают фото на капоте. Да. Мальчонки выбирают лучшую девчонку. Да, и она получает приз. Приза два. Да. Первое — это подарок от спонсора, крутой, навороченный, материально ценный. Точно. Для машины. А второй для приз. Для души. Второй приз — это фотосессия в специальной видео и фото рубрики «Большого тест-драйва». С крутой тачкой. Да. И с крутым фотографом. Маргарита, скажи, пожалуйста, тебе нравится позировать? Да, но, наверное, не в юбке. А не в этой юбке, но что ты серый. Не, погоди, а в чем тебе нравится позировать, если не в юбке? Без юбки. Короче, давайте финалиться. Короче, позируйте, как хотите. Мисскапот.ру. Совсем скоро этот сайт заработает. А тебе нравится идея рубрики «Мисс Капот»? «Мисс Капот». Интересно. Прикол? Хочешь посмотреть и на других? Хочешь поучаствовать, ты бы еще спросил, да? Да. Ребят, короче, тема такая. Если раньше к людям, которые ездят на опущенных автомобилях, я относился с вопросом, зачем они это делают, то сейчас я понимаю, что, во-первых, машина действительно не перестает быть, отчасти комфортной, да? Стоит не трясет. Стоит на дороге лучше. И вот у меня, я высказал такое субъективное мнение, да, что вот Jetta в состоянии опущенности приобретает какие-то BMW-шные качества. Более того, не забывайте, что все автомобили концерна Volkswagen, начиная с начала 2000-х годов, поставляются на российский рынок с так называемым русским пакетом. То есть этот автомобиль изначально поднят уже. Хоть на секунду прикрыть монобровь. Да, поднят и отличается от своих собратьев, которые ездят по европейским, по хорошим дорогам. И по сути, опущенный автомобиль, вот эта Jetta, да, она приближена к классике жанра, к тому, каким должен быть по-настоящему этот автомобиль. Да, потому что мы тестировали с Серегой Golf 7-го поколения. Но мы на итальянских дорогах тестировали. Даже в Италии цепляли асфальт. Поэтому эти автомобили, они и с точки зрения аэродинамики, и движения, они другие. И дизайн. Да, и, собственно говоря, выглядит этот автомобиль хорошо. Ну и, собственно, давайте по Jetta 2004 года скажем, которая стоила 315 тысяч рублей. 315. Кстати, в цене потерял этот автомобиль или тех же денег приблизительно стоит? Честно сказал, дороже сейчас стоит она. Как дороже? Она поднялась сейчас по цене. Погоди, мы же не поговорили последнее о болезненных местах. Вот когда ты выбираешь именно Volkswagen или Golf или Jetta, какие косяки? Тем более у тебя пятый Golf был еще. А косяки, так сказать, в принципе, это в зависимости все от мотора, на самом деле. Вот у этого мотора какие косяки? У этого нужно, если будете искать эту машину, то смотрите турбину. Турбина. А самый оптимальный мотор, у которого меньше всего проблем для гольфа? Двухлитровый будет. Атмосферник. Да, атмосферник. Он, по-моему, если не ошибаюсь, 115 лошадей идет. Он, в принципе, он не такой резвый, самый беспроблемный. Этот. Самый беспроблемный, наверное. Запомнили? Запомнили. Значит, мисс Капот, выходим на улицы. Берем мужика с фотокамерой, делаем фото, присылаем адрес, куда совсем присылать. Скоро будет. Внизу. Да, уже. Внизу, уже внизу. Будет. Внизу, да. Мужчина, ты бы. Ладно. Ну чего мужчина, ты да. бы? Филиппыч, я только единственное не понял, кем ты работаешь? Да он же сказал. В автосервисе. Занимаюсь. Только так вот и живешь, Серега, Серега, бедняга, да? У него амнезия, конечно, вообще крутая. Надо пить ноутропил. Брат, он скоро перестанет нас узнавать. Мы в начале программы два раза спросили у человека, кем он работает. Дай мой это. Погодите. И сейчас, ковер, значит, на английском, да. Не как ты сказал. Кавер. Нет, карпет. Карпетмен. Да нет, Руслан, я хочу, я расскажу вам маленькую историю про мою бабушку. Так. Однажды с бабушкой мы отдыхали в доме отдыха. Это было на Финском заливе, рядом с Ленинградом. Массовка какая-то пошла телевизионная. Да, они поели чай. Сколько вам платят за участие в этом проекте?
Это наша массовка. Это массовка большого тест-драйва идет, да. Короче, и в этом самом, в гостинице, где мы с бабушкой отдыхали, на море, как бы это считалось, морем, Финский да. залив, температурой в 15 градусов, жил в коридоре в нижнем, ну, где был так называемый ресепшн, попугай Пенюша. И попугай Пенюша умел... Попугай Пенюша, он помнит. Да-да-да. Попугай а нашего главного героя, Филиппа Сергеевича. Чайком, да. И попугай Пенюша, на ночь его накрывали простыней, чтобы он не мешал отдыхающим своим криком «Пенюша хороший». И в заключение нашего большого тест-драйва, позвольте, Рустам Иванович, накрыть, это самое, накрыть вас. Да, «Пенюша хороший». Да, и сказать, «Пенюша хороший». Выпуск закончен. Все.